ж, доброго ранку, не втомлююсь повторювати вам. Я Ірина Федоровська, і як я обіцяла, наш ефір буде насичений гостями. І поруч зі мною вже є Ірина Великохатько, сімейний лікар амбулаторії номер 3, Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Доброго ранку. Доброе утро, Ірина. От зараз ноябрь вже закінчується, впереді зима, і починається сезон острих респіраторних заболівань, грипа. І правда, ми можемо бачити, що в маршрутках їдем, уже і чихають, і кашляют, и, в общем, наступает этот период, и поэтому всегда этот вопрос актуальный, и давайте еще раз обсудим и поставим некоторые точечки сегодня над «и». И первый вопрос у меня такой, в чем же разница между гриппом и простудой? Потому что очень часто люди путают. Вот кто-то кашлянул, говорит, у меня грипп, а у кого-то уже серьезно что-то, он считает, что у него простуда. Вот разница. Ну, вы знаете, я бы даже сказала, что они постоянно путают, не часто, постоянно, хотя и грипп, и простуда, они относятся к острым инфекционным заболеваниям, но отличие все-таки же есть. Отличие – это в начале, ну, когда происходит начало заболевания, в длительности самой болезни и, конечно же, ну, последствия болезни. Давайте тогда немножечко на симптомах остановимся. Какие же симптомы гриппа? И когда человек уже есть носителем этой инфекции? И вообще, что такое грипп? Ну, грипп – это остроинфекционное заболевание. Грипп, он может быть как в легкой степени, в средней степени тяжести и тяжелая форма гриппа. Проявление легкой степени – это когда человек чувствует повышение температуры, она может быть сразу же до 40 градусов, то есть начало гриппа острое, что отличает от простуды, так как простуда, она начинается день-два, человек ощущает ломоту в теле, обычную слабость, там, потливость, на этом все. А грипп начинается очень остро, головные боли, боль во всем теле, боль в мышцах, в суставах, может даже быть и рвота, потеря сознания, то есть это очень тяжелое, тяжелое заболевание. И, соответственно, он грипп длится очень длительное время. А ну сколько вот приблизительно, чтобы вот уже вылечить? 7 дней. 7 дней. И человек является заразным 7 дней носителем вот этого вируса, он является 7 дней, не меньше. Скажите, а вот где можно в первую очередь больше всего подцепить эту инфекцию именно гриппа? Вот. В общественных местах каких-то, да, все-таки? В общественных местах в первую очередь это маршрутки, это супермаркеты, это почему мы и просим людей, когда идет эпидемия гриппа, избегать вот эти вот места массового скопления народа, не ходить по кинотеатрам, вот, не ходить по супермаркетам, ну... А там уже как получается. Вот по поводу обращения врача. Очень часто наши люди занимаются самолечением. Ну, говорят, ну что, грипп, ляжу, перележу, чаю попью, все пройдет. Когда следует обращаться к врачу? К врачу стоит обратиться сразу же после первых признаков простудного заболевания или того же гриппа, который, вот я говорила, это повышение температуры. Во-первых, человек, он не может выйти на работу, либо детки не могут пойти в школу, так как они чувствуют себя плохо. Вот. Ну, мамы сразу вызывают доктора, либо же сам пациент идет на прием к врачу, потому что ему на работу идти сил нету. Да, так тяжелая действительно болезнь. Скажите, а какая сейчас ситуация по заболеваемости? Это сейчас, сейчас начало? Сейчас нет эпидемии. Нету. Нету, да, хотя... Как бы странно, потому что осень уже заканчивается, и как для простудных заболеваний характерно вот заболевание круглый год, круглогодично, для гриппа есть сезонность. Вот осень уже прошла, у нас еще эпидемии нет, хотя это слава богу, конечно. Но мы ждем вспышку на февраль месяц. На февраль. Зря его называют лютый месяц, да, потому что вот самая такая вот вспышка идет. Интересно, да, обычно один период был в декабре, а теперь вот уже на февраль. Скажите, каждый год грипп, он разный, да, вот всякие там штаммы, то такой, такой, почему он меняется, вот какая между ними разница? Получается, с каждым годом все какое-то он опаснее и опаснее, да? Ну, в основном всегда ходит три штамма вируса, это А, Б и С. Самые опасные являются А и Б, потому что ихняя матрица, она постоянно мутирует. И естественно, что ученые не успевают вырабатывать вакцину. То есть грипп, он есть, он мутировал, пока мы его вылечили, только потом появляется вакцина. С опозданием. С опозданиями. Мы еще поговорим немножко о вакцинах. Очень боятся грипп из-за его осложнения. Какие осложнения может дать грипп? Грипп имеет осложнения намного сильнее и тяжелее, чем простуда. Вот, наведу так немножко как бы разницу между ними. При простуде осложнения могут быть...
ну, такие вот мягкого типа, uh-huh. это трахеит, бронхит, ларингит, вот, редко когда ангина. А при гриппе это очень серьезно, потому что очень часто идут пневмонии, идет, ну, идет отек легких, могут быть менингиты. Это, ну, приводит потом к летальным исходам, да. Да, смерти очень часто. То есть помирают не от самого гриппа, а умирают люди, к сожалению, от последствий. То есть эти последствия не возникают почему? Потому что грипп не долечили? Или... Ну, последствия того, что он неправильно лечен. Неправильно, и да? Не вовремя. Угу. Не вовремя начато лечение. Потому что, как вы уже говорили, ранее люди, ощущая на себе эти симптомы, они начинают бросаться к самолечению. То есть первое место у них – это гомеопатия. Угу. В 21 веке, к сожалению, народной медициной мы пользуемся как вспомогательным средством, но не основным. Основное – это все-таки медикаменты. А вот малина… Смородина, лук, чеснок – это все идет как дополнение, но не лечение. Да, согласна с вами. Скажите, а вот кто более подвержен гриппу? Более те, у кого ослаблена иммунная угу. система, либо она недоразвита. Это детки до 2 лет, и у кого ослаблена – это люди за 65 лет. Угу. То есть, да, нужно укреплять иммунитет. По поводу вакцинации, все говорят о ней. Скажите, велика ли вероятность не заболеть? Если вакцинироваться. Вот вообще хотелось бы вашу точку зрения по поводу вакцины. Если человек постоянно делает профилактику, если он заботится о своем здоровье, и он заботится о окружающих людях, то, естественно, он не заболеет даже ни разу в течение года. Угу. Я так понимаю, что если наиболее подвержены заболеванию гриппу детки, они в первую очередь должны вакцинироваться? Это вообще обязательная процедура или нет? Вот желательно, что вы порекомендуете? Желательно, но это на усмотрение родителей, угу. конечно. Очень многие родители боятся. У них на это как бы свои принципы. Свои. А чего они боятся? Вот что может негативного все-таки вакцина гриппа дать? Дети. Родители боятся того, что у детей еще больше снизится иммунитет, они будут болеть угу. чаще, дольше, и поэтому очень много родителей отказываются категорически. Угу. Но все-таки ваше мнение как специалиста стоит ждать делать? Естественно, желательно. Она для того и существует угу. вакцина. И взрослым, да, в ту же очередь? Да. Взрослым, особенно людям, которые имеют очень большой контакт. То есть люди с группы риска, к которым относятся доктора, угу. в первую очередь, учителя, водителя маршруток и те люди, которые работают с массой людей. Значит, целый день с людьми, контакт, да? Идет большой, контакт. Да. Скажите, а когда лучше делать вакцину? Осень – это весна. Осень, сентябрь месяц. То есть вот сейчас уже можно, да? Мы немножко как бы уже... Запоздала. Но все да? же никогда не поздно, как говорится. Uh-huh. Тем более всей эпидемии еще нету. До февраля есть время. Поэтому, пожалуйста. Uh-huh. Хорошо. Все-таки, кроме вакцины, какая еще может быть профилактика? Как себя уберечь от гриппа? Профилактика – это когда уже есть, допустим, уже вспышки и пошла эпидемия гриппа. Это мы проветриваем помещение, в котором uh-huh. находимся. Это происходит ежедневная влажная уборка. Вот, это люди принимают постоянно либо витамины, либо вот тут уже идет у нас народная медицина, укрепляет свой иммунитет. Здесь уже можно малинки скушать. Здесь малинка, да, лучок, чесночок, вот самый раз. Угу. Хотя есть такое вот ложное мнение у мужчин, это я акцент делаю мужскому населению, что горилка с перцем не идет как профилактика и лечение гриппа. Нам потом, как докторам, очень тяжело уже лечить попутное заболевание. Я поняла. Спасибо вам большое. Спасибо, что утром пришли к нам. Значит, будем страховаться, будем вакцинироваться, будем профилактические методы, чтобы не заболеть гриппом. Вот уж у нас в студии была Ірина Великохатько, сімейний лікар амбулаторії номер 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Дякую вам, приходьте, тому що тем актуальних про здоров'я дуже багато.